совершим множество невероятных сюрпризов и всяческих неожиданностей. Снаружи помыло так себе. И у вас все получится вместе с... Представьте, что в городе, где постоянно перемещается туда-сюда 5 миллионов человек, можно быть одиноким. Совершенно. Иногда мне кажется, что в тот момент, когда Бог раздавал счастье, я стояла в какой-то другой очереди. За хлебом или там за колбасой, но точно не за тем, за чем надо было стоять. Что я могла покупать в тот момент, сама не знаю. Но это определенно были не длинные ноги или стройная талия. Очень часто я ловлю себе на мысли, что все слова, которые употребляются с частицей «не», это про меня. Невысокая, некрасивая, несчастливая. Кстати, меня зовут Майя. И что самое удивительное, я все еще продолжаю верить в чудеса, несмотря ни на что. Я мечтала быть стюардессой. Чай, кофе, пресса. Но требования оказались слишком высокими. Рост, состояние кожи, знание языков. К тому же мне сказали, маленькая и толстая стюардесса — источник постоянного неудобства и опасности. И вот, когда я в очередной раз шла по городу, думала о чем-то личном, меня вдруг позвал мир рекламы. Серьезно? Майя, ты нужна нам. Майя, мы ждем тебя. Майя, нам без тебя так скучно. Эй, Майя, может, ты подумаешь о рекламе? Майя, иди к нам. Не знаю, игра воображения это была или зов судьбы, но меня, на удивление, легко приняли в известное рекламное агентство. Я прошла и собеседование, и выполнила кучу творческих заданий, и... Короче, уже ровно год я работаю в рекламном агентстве «Георгин». Согласна, название идиотское. Просто наша директриса в прошлом – преподаватель филологии, и она обожает красивые слова. У всех, кто здесь работает, есть свое хобби. Это Соня. Она помешана на светских сплетнях, женских журналах и модной обуви. Влад, замдиректрисы, залезет без мыла в любое место. А это Кэт, подруга директрисы. Полная стерва. Я для нее просто не существую. В агентстве работает по протекции. Коллекционирует мужчин. А я, в свою очередь, коллекционирую неприятности. Как они меня находят, не понимаю. Хотя исключения бывают и для меня. Впервые мне повезло совсем недавно. Правда, везением это сложно назвать. У меня умерла любимая бабушка. Ну, не совсем бабушка, вернее, не совсем любимая. Но она почему-то решила оставить мне наследство.
И вот вчера позвонил адвокат и сказал, что вам необходимо приехать в Москву, чтобы подписать некоторые бумаги. И приехать нужно завтра. Поэтому вы не могли бы подписать мне отпуск за свой счет всего на неделю, пожалуйста? Бабушка, это хорошо. Бабушка, это очень хорошо. А вот неделя — это плохо. Неделя — это очень плохо. Неделя — это хуже, чем очень плохо. Видишь ли, пока ты в Москве будешь веселиться со своей бабушкой, мы здесь будем работать. Так я же не веселиться, у меня же бабушка. Маленький мой, у каждого из нас рано или поздно есть бабушка. Спасибо. Но учитывая, что приближаются выходные, я, пожалуй, смогу отпустить тебя денька на три. На, тебя на дорожку возьми. На недельку. На недельку, на недельку. Хорошо. Эх, если бы ты знала, как мне сейчас не хватает моей бабушки Насти. Фу, Варе. Кстати, перед отъездом не забудь закончить все по своим клиентам и сдать отчет. Ручку. Надеюсь, на этом мы покончим с твоей бабушкой. Конечно. Спасибо. Вам большое спасибо, вам большое. Я так и не смогла понять, почему бабка, которую я видела всего один раз, да и то в детстве, решила оставить мне наследство. Может, она подумала, что всех остальных родственников выкосила чума, и осталась только я? Утро туманное, утро. Здравствуйте, я Майя. А, престолонаследница? Садись, детка, садись. Чайку, кофейку? Нет, спасибо, не хочу. А я выпью кофейку, я кофе люблю. Я понимаю, у тебя траур. Но, как говорится, дела есть дела. Вообще-то я ее плохо помню. Может, оно и к лучшему. Препротивная была старушенция. Моя. Вредная, злобная, прости меня, Господи. Знаешь, в юридических делах вообще ничего не соображал. Вот я ее и просвещал, как мог. И как, хорошо просветили? Хорошо, дочка, хорошо, да. У нее ведь 3 квартиры было. И куда они? Все по закону, все. Однушку, она отписала соседке своей, Марье Гавриловне. Хорошая, добрая женщина. Как она ее... Тварь уговорила. Что? Я говорю, вторую квартиру, трешку, она моему сыну Генке оставила, да. И не родня вроде, а любила его прямо, ну, дня прожить не могла. Звонит, Гена, блин, в запое. Да, а вот в Санкт-Петербурге квартирку, это уж она тебе. О, на, подписывай. Квартиру. Мне? И что теперь? А чего теперь? Теперь уж ничего не поделаешь. Я говорю, подписывай, говорю. Вот здесь и здесь. В 2 экземплярах. Ну, а это... Вот, подарок новоселу. На, возьми. Держи. Бери. Ты завещание писать будешь? Ты мне позвони, ладно? Мне позвони. Спасибо.
А вы не посмотрите за вещами? Я вот это какая-то несу. А ты куда с этим заповедником? В квартиру. В какую квартиру? В свою, к себе. Какую свою? Я тебя здесь никогда не видела. Какая твоя своя квартира? 17. А, это... А кем она тебе приходилась? Бабушкой. Бабушкой? Мерзкая старуха была твоя бабушка, я тебе скажу. Ладно. Посторожу. Давай. Я здесь местный дворник. Меня зовут Валентина Петровна. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. А как зовут? Майя. Майя. Как Плесецкую? Не танцуешь, нет? Жалко. Ладно, давай, иди. Спасибо. Пожалуйста. Бабушка моя, ну, спасибо тебе. Я ходила по пустым пыльным комнатам и умирала от счастья. Думаю, что вы меня понимаете. Мне казалось, я лечу над городом вместе с новым домом. Лечу к чему-то светлому и... И даже отдельные трудности не могли испортить моего настроения. Я была готова днем и ночью здесь мыть, белить, красить, лишь бы знать, что это все не сон. Я влюбилась в эту квартиру. В широкие подоконники, в огромную крышу и в таинственный, полный волшебства чердак. Как же иногда приятно встречать старые вещи. У каждой своя тайна, своя жизнь. Жаль, что их тайны хранятся здесь, на чердаке. Совсем как с людьми. Когда вы всем нужны, с вас сдувают пыль, а как только сделали свою работу, будьте любезны, пройдите-ка на чердак. А так хочется быть кому-нибудь нужной. Во всех романах, которые я читала, пишут, что суженого надо зазывать так. Где же ты, мой принц? Ау! Пусть у тебя нет королевства и белоснежного коня, но с тобой буду я и наша любовь. Но с суженными нынче проблемы. То ли я не так зову, то ли не тех. И решение нашлось. Нужно знакомиться с теми, кто сам этого желает. По переписке. Куда проще. Нашла подходящее объявление и все. Жди ответа. А вдруг именно сейчас летит письмо? Мой герой тоже ищет меня. Но только где? По всем признакам выходила. Любовь и сердечная привязанность ждали меня в казенном доме. Нас с вами ожидает не просто конкурентная борьба. Нас с вами ожидает изнурительный марафон. Если у вас есть какие-нибудь мозги, напрягите их, ладно? Вам какое? Ой, вот это шоколадное вафельное рожки. Все рекламные агентства пытаются принять участие в тендере. Они сбились с ног.
Дорогие мои, давайте. Что так загрустили, а? Итоги. Я хотела бы всем предложить побольше думать о работе, за которую вы получаете деньги. И неплохие. Так вот. Извините, пожалуйста. Я могу продолжить? Спасибо. Так вот, я заканчиваю. У нас появился реальный шанс подняться на новую ступень. Кей-Кей выпускает новую коллекцию женской одежды для фитнеса. Поэтому все рекламные агентства мобилизуют свои таланты, свои способности. Хотелось бы, чтобы и вы, мои друзья, пошевелили немножко мозгами. И те, у кого будет лучшая идея, могут стать руководителем проекта. Вопросы есть? До свидания. Я тебе сейчас такое расскажу. Кстати, креативно. И главное, необычно очень. Что необычно? Ну, вот пришить бантик на ночнушке. Майка, отгадай, кого я сейчас встретила в холле. Ты не поверишь. Кого? Ты что, из-за них плачешь, да? Ну ладно, нашла тоже мне. Кого встретила? Марата. Какого еще Марата? Ты что, Марат Бордовский, новая звезда в модельном бизнесе. Сейчас. После очередных съемок для марки «Дизель» о нем мечтает каждая россиянка от 15 до 50. Смотри, какой красавчик. И что он у нас делает? А, ты со своей квартиры все пропустила. Он участвует в одном из наших проектов. Кстати, я вчера с таким парнем познакомилась. И где? На Mail.ru агент. Чатился. Он такой боже. Светка! Сейчас, подожди. Светка, ты видела мою новую постановку? Марат. Кстати, я вчера с таким парнем познакомилась. На Mail.ru агент. Привет. А Сильвер настоящее имя? А мое настоящее. Чем занимаешься? Рекламой. Как выглядишь? Веселая, невысокая. Фото скинь. Не, в жизни я красивее. Солнечный. Что за допрос? Ты же не в ЗАГС идешь? Что ты делаешь? Сегодня в 7. Знаешь, бар Мустанг. У меня будет что-нибудь в руках. Пусть это будет телевизор. Нет, я буду с цветком. С кактусом? Я буду с красной герберой. Я не очень сейчас доверяю печатному изданию.
шоколадные пирожные и чай со льдом. Привет. Ты моя. Да. Про цветок сама придумала? В книжке прочитала. Я думаю, что тебе лучше ходить со сковородкой. Как разведчица? Как кухарка. Таким, как ты, сковородка больше к лицу. Таким, как ты. А таким, как я, лучше фото требовать, чтобы психику не нарушить. А у тебя своеобразная манера поведения на первом свидании. Свидание? С тобой? Да ты оптимистка! Я шел к солнечной жизнерадостной девушке, а здесь меня ждет гоблин. Чего тебе от меня надо? Ты-то чего надо мной издеваешься? Ну что ты за мной бежишь? Хочешь? Ну запомни, у меня есть рыбка и еще канарейка, так что с ними ты будешь. Ну вот скажи, неужели я много прошу? Мы не занимаем! У меня счастье осталось на 4 человека! Молодец! У меня одна не кондиция осталась. Рваная, поношенная, траченная. Приходим в следующем квартале, а лучше в следующем году. Сашулечка, счастье ты мое родное. Ты думаешь, я неудачница? Наверное. Но так хочется найти того, кто бы не замечал недостатки. С кем можно поговорить, посоветоваться. Кто не предаст. Где ты? Спасибо, крыса, что ты меня понимаешь. Да, знаете, как обычно.
Молодой бизнесмен. Рак. Блондин. Познакомиться с веселой, незакомплексованной спутницей. Привет, красавица. Ну кому? А ты не догадываешься? Я добрый фей. Что? Фей? У феи такое существо, наделенное магической силой и посланное. Куда посланное? Помогать тем, кто находится в беде. Ты что, сказок не читал? Сказки. На, посмотри. Ой, а что это? Па-па-па-пам. Похож? Угу. Фея, понятно. Слушай, а поумнее ничего не мог придумать? К тому же там написано «фея». Еще третьего разряда. Да фея, это описка. У нас на курсе учились одни девчонки. Ну и в деканате, не посмотрев, по привычке написали «фея». А дополнительных бланков не было, поэтому я из-за этой дуры секретарши я так и числюсь. Фея третьего разряда. Да что ты, горе-то какое. Эй, 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 ты же сама меня вызвала. А сегодня что, уже отказываешься от помощи? Слушай, а ты мне чем помогать собираешься? Катать тыкви по городу, что ли? Я уже тебе помогаю. Компанию составляю. Интересный фокус. Научишь? Мой секрет в скорости. Тоже мне электроник. И вообще, если я просила помощь, то не у тебя. Фея третьего разряда. Чего? В книжках пишут, что у феи должны быть крылышки, платьица, волшебная палочка. То есть тебе нравятся мужики в розовых платьях, да? Симсалабим-бом! Я так буду ходить с тобой каждый день! Медленно! Почему? Да что, если меня увидят в моем офисе, меня же сожрут вместе с твоей короной! Я же тебе говорю, я фей. Ладно. Если ты действительно фей, то почему ты такой? Так, какой такой? Ну, такой. Обычный, как все. И почему ты мужчина, а не женщина? Если ты хочешь пересказать теорию Фрейда, тебе не хватает мужского внимания. И тебя это мучает. Ты подсознательно хочешь, чтобы рядом с тобой находился мужчина. Причем не какой-нибудь, а приятной наружности. Тебе, как и всем остальным, хочется иметь надежную опору. Защитника, с которым даже на день рождения не стыдно прийти. А вот и нет. А вот и да. А вот и нет. А вот и... Кроме того, ты подсознательно избегаешь женщин, поскольку считаешь, что они все красивее тебя. Короче, я мог бы перечислять до бесконечности. А ну-ка, открой рот. Ну, открываем, открываем, открываем. Да у тебя комплексы. А вот и диагноз. Дурак. Ну, как мне тебя убедить? А зачем? И просто иди по моим следам на вытертых струнах в дебри. Кассеты сиди, песен города, беспечных и юных. 213 дорог размножат меня.
Что, решила подвести перед праздником? А что это? Ты сошла с ума. Шутка. Я думал, смешная. А что это значит? Ну, все очень просто. Я фея, и это мой сюрприз. На, согласен. Дешево. Но эффектно. Так сказать, чудо в подарок. Да, кстати, стоимость доставки не учитывается. Это же мой любимый мишка. Мы его потеряли при переезде. Как я тогда плакала. Мой мишка. Как ты узнал? Мои открытки. А эту брошку мне привезли из Германии вместе с печеньем. Мне кажется, я никогда больше не ела такого печенья. Оно было со вкусом... праздника. Да. Знаешь, всю свою жизнь я надеялась. Надеялась, что со мной произойдет что-то необыкновенное. Сказочная. А сейчас, когда я вдруг вижу эту елку, я боюсь поверить. Кто ты? Ну ты чего, ватрушек переел? Я фея. Ты же хотела того, с кем можно пообщаться, и кто тебя не предаст? Это я. Ладно, слушай, давай как-то уже обсудим, где я буду спать. М? Ты что, и жить у меня собираешься? А где еще? Жильем, знаешь, какая сейчас напряженка? У-у-у. В конце концов, ты меня вызвала, ты и мучайся. Угу. Небольшой волосатый мужчина мечтает познакомиться с маленькой толстой рыжей не девушкой. Зачем тебе вся эта ерунда? В моей любимой книжке герои познакомились по переписке. Это была неземная любовь. Если бы ты только знал, какие письма они друг другу писали. Зачем ты хочешь познакомиться с кем-то из них, если на самом деле тебе нравится Марат? Кто? Марат. Ты знаешь, о ком я? Да ты что? Он или будет смеяться надо мной, или пошлет меня куда подальше. Господи, сколько можно кутаться в свои комплексы, а? Ну ты посмотри, где он и кто я. Ну ты же видела всего лишь навсего простую рекламную фотографию. Ты же сама знаешь, как это делается. Тут подправить, грудь нарастить, животик убрать, пресс продавить, чуть глянцей на обложку. Ну и что? А если взять мою фотографию, мне даже не поможет никакое наращивание пресса и продавливание груди. Как ты не поймешь, основная проблема в том, что ты не любишь себя. Так нельзя. Можно. Одно имя чего стоит. Ма-я. Фу. Как будто что-то раздавили. Глупая. Май-я. По-моему, здорово, как весна. Ну, конечно, как пчела. Как весна. Как пчела. Знаешь мультик «Пчела Майя»? Так все думают до сих пор, что меня назвали в честь этой пчелы. Действительно мерзко. Майя, слушай, привет. Майка, я сейчас тебе такое расскажу. Ты не представляешь, кого я сейчас встретила. Это был Джордж Клуни. Клуни? Ну, не совсем Клуни, но очень похож. Mm-hmm. Такой симпозант, такой весь высокий. Так, у меня посмотри. Я же вспотела. А у тебя что? Я тоже с парнем познакомилась. Врёшь? Не вру. Где? Он там. Этот урод. Почему урод? Очень даже симпатичный. А хочешь, я тебя с ним познакомлю? С ним очень весело. Нет, давай в другой раз. Ну, чтоб без еды. Ты на диете? Что-то вроде. Да. Вспомнил, тут Мадонна придумала новую диету. Ты не представляешь. От нее худеешь прямо на глазах. Да. Да, и ешь все, что хочешь. Все. Ну ладно, пойду. Посмотрю новую коллекцию Дизель. Хотела, чтобы Сонечка с нами пообедала, но она говорит, что на диету села. Тебе, кстати, тоже не помешало бы. Я тут при чем? А при том, для того, чтобы искать принца, надо самой хотя бы
чуть-чуть быть принцессой. А я уже умею. Красиво есть и царственно махать вилкой. Ты со стороны себя видел? Ну, вроде. Хочешь сравним ощущения? И прямо сейчас мы узнаем, что думают молодые люди о Майе. Пашка, не дари. Толстая? Дрянь кофта. Какая-то лажа. Да она меня объест. Еще у нее прическа. Прическа полная открыла. А теперь мы спросим у девушек, хотели бы они иметь такую подругу? Давай, давай. Ей можно поплакаться в жилет. Вы что гоните? А что? Парни не отобьет. Как вы думаете, кем станет Майя и что ждет ее в будущем? Может быть, актером? Кем? Да не кем. Ее ждет кухня. Тюрьма ее ждет. Да никто ее не ждет. Дамы и господа! Шоу продолжается! Майя, вы обвиняетесь в тусклом, без инициативном влачении жалкого существования, в умышленной порче, принадлежащей вам внешности и в незаконном хранении 23 килограммов собственного жира. Я протестую! У нее только 22 килограмма лишнего веса. Протест отклоняется. И прямо сейчас на эту площадку я приглашаю заслуженного психолога России. Встречаем! С целями подсудимой необходимо поработать. Есть такая наука — целеустроение. Она секретная, но без нее никуда. Подсудимая, внимание, что изображено на этом рисунке? Ерунда какая-то. Покажите суду. Бред какой-то. Действительно фигня. Надо изменить цель. Свидетелем вызывается очаровательная Марселла! А будешь я не закончила. Что ж, фигня. Фигня. Я сидела всю ночь рисовала, чтобы выступать на суду. Это еще Марселла. Прикольно. А где камера? Ты куда смотришь? Смотрите на меня. Вам есть что сказать? Конечно. Меня зовут Марселла. Сейчас я спою вам песню. Фонограммочку, пятый трек, пожалуйста. Хватит. Я протестую! Пусть допоет! Народ просит! Хватит! Называется Сергей! Звезда в шоке. А что это за плюшка сидит? У меня сейчас будет истерика. Тут столько работы, миленькая моя. Тебя же чесать надо, красить. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Я, между прочим, еще и петь могу. Пять шагов, я умоляю, пять шагов. Не отпускаю, пять шагов. Время я протестую. Пусть лучше поет Марселла. Народ этого не хочет, народ не хочет. Да пошел ты, Марселла. Оглашаю приговор. Подсудимые, встаньте. Я протестую. Вопросы? Вопросы? Только один. Что все это значит? Что? Разве ты не поняла? Это был суд. Мы тебя судили за комплексы и, между прочим, хотели приговорить к 15 грамм фитнеса. Да я не об этом. Ёлка на чердаке, допустим, шкаф на мостовой, нет проблем. Но все остальное, куда все подевались? Кто ты такой? Вот ты о чем. Все очень просто. На самом деле меня нет. Ну, не то чтобы нет. А просто я плод твоего воображения. Поэтому видишь меня? Только ты. Ты меня придумала. То есть все это время я разговаривала сама с собой? Не совсем. Я фантом. Я сгусток энергии. Я твой ангел-хранитель. Или нет, я твой внутренний голос. В общем, называй как хочешь. Я могу дотронуться до тебя пальцем, могу ущипнуть.
Но я ничего не могу наколдовать, понимаешь? Ни пирожных, ни мороженых, ни газировки, ни тем более булочек с маком. И вообще, это все мираж. Это выдумка. Все, что здесь происходит, это происходит только в твоем воспаленном мозге. Я психически ненормальная. А ты? Ты не настоящий. Ну, а что, чем удивить? Он на той девушке грудь не настоящая. Но это же не значит, что все должны бегать и кричать. А, это не настоящая грудь. Да это не одно и то же. Ее грудь можно пощупать, а тебя нельзя. Ты хочешь пощупать ее грудь? Да не хочу я щупать ее грудь. А чего ты так заводишься? Не хочешь ничего купить? Тетя Валя? Тетя Валя на базаре семечками торгует. А я сейчас художник металлических фигур. Халтурка подвернулась. И что это будет? А что, ты не видишь? Заяц из «Ну, погоди». Детсад заказал. Волка я уже сварила. И как, получилось? Дети плачут, директор платит, а мне кайфово. Я такой кайф ловлю. Вот смотри. Как ты думаешь, что это? Вообще-то у меня есть техника, не это очень. Это не техника, это морковка. Вот она, видишь, я его... Вот сюда. А приварю. У вас не погнулось? Да есть маленько, конечно. Ничего. Будем выправлять. Привет, малыш. Привет. О, мы опять впали в детство. Угу. Не мешай, я делаю замок Белоснежки. Не, ну сколько можно, а? Ну, вместо того, чтобы всякой ерундой заниматься, лучше бы о проекте подумал. У тебя вообще есть идеи? Идеи? Да. После того, как ты растоптал мое самолюбие, уже нет. Вообще резонно. Но ты должна подумать о презентации. Да, кстати, от тебя тоже жду идеи по Кей-Кей. Надеюсь, они у тебя появятся. Уже появились. Ну, похвален, скинь по сетке, я рассмотрю. В другой раз. Не понял. Я самостоятельно буду разрабатывать этот проект. Оба-на. Метишь в акулу пера? Никуда я не мечу. Правильно. Зубов маловато. Знаешь поговорку? Всяк сверчок, знай свой шесток. Я не сверчок. Опять правильно. Ты Майя. Я хочу, чтобы глупая пчела мне идеи принесла. Домой пойдем, а? Хорошо, я сейчас допью и пойдем. У вас все в порядке? Вы здесь работаете? Нет, автобус ждем. Может быть, ты уже что-нибудь скажешь внятное? Да, работаю. Очень хорошо работаю. Прическу поправь. Ну и как, нравится? А что? Работа. А, работа, да. Сейчас работают над новой концепцией для Кей-Кей. Кей-Кей спорт? Ага. О, это, наверное, очень крупный проект. Смотри, он заинтригован. Теперь томно посмотри на него. Скажи, нам потребуется много моделей. Нам потребуется много моделей. Дети, женщины, мужчины. Очень много мужчин. Да. О, кстати, пригласи его попить кофе. Кофе? Я бы, в принципе, не отказался. Он хочет твой кофе. Да нет у меня кофе. Ну, хорошо, можем зайти в кафе. Давайте все пойдем в кафе. Давайте все пойдем в кафе. Да не хочу в кафе. Ну, можем зайти в ресторан. Ты умеешь торговаться. Обольстительница. Я не такая. Она не такая. Простите, я вовсе не хотел вас обидеть. Просто думал, посидим, выпьем кофе. Ах, оставьте, я вся горю. Уйди.
злая, а? Я сказала, уйди. Такая маленькая, такая, такая злая. С чего столько агрессии, а? А непонятно? Я в полнейшей растерянности. Ты выставил меня полной идиоткой. Что она обо мне подумает? Впервые симпатичный парень мной заинтересовался. Ведь ты все обгадил. Ты действительно не видишь или притворяешься, а? Его интересуешь не ты, а кастинг. Он говорил только о себе. А о чем он должен был говорить? Если ты мне даже слова не дал вставить. Я разговаривала только с тобой. Он пытался поддержать беседу. Ты не дал раскрыться человеку. Слушай, а если серьезно, то большая молодец. Смотри, ты уже не шарахаешься от парней. Ты правда так думаешь? Еще чуть-чуть, и все будет хорошо. Я, наверное, не слишком взрослый, чтоб ответить на все вопросы, что касается жизни земной. Барабаны отбили дроби, отрубили сирены правил, часовые ушли на покой. Все вокруг переходы, лестницы и твой трамплин в небеса. Так до зимы еще, как до луны на велосипеде. Да нет, все равно не хочу. Знаешь, ау. У меня такое ощущение, как будто я время. Если бы ты только знал, как я хочу в Рим. А ты? Не знаю. Мне больше нравится Венеция. Представь. Город, где даже камни пахнут морем. Где нет ни одной похожей колонны или дворца, а разноцветный мрамор, а мозаики, а воздушные мосты. И вдалеке появляются золотые корабли. Повсюду флаги, вымпелы, карнавалы. И тут выхожу я. А можно я выйду вся в белом? Можно. Вся-вся? Абсолютно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вчера интересная передача была по телевизору. По здоровью. Идите, идите. Можно? Давайте. Я по поводу того предложения о конкурсном проекте. Могу я сделать свой вариант? И если его вдруг все-таки примут... Ты знаешь, из всего, что ты сейчас сказала, больше всего мне понравилось слово «вдруг». Да. Ну, если проект вдруг примут, можно, я буду его курировать. Тебе известно, что для этого у нас существуют ведущие специалисты. Но если ты нас чем-то так удивишь, маечка, конечно, ты будешь руководить проектом. Ну,
Спасибо вам. Пожалуйста. Что? Большое вам спасибо. Благодарю вас от всего сердца. Да, и я вас тоже. Вы пошли, да? Спасибо, ушла уже, да. И давайте. До свидания. И счастливо вам. Бабушке привет. Адапа, купим тебе вот такой вот. Что ты делал возле моего компьютера? Я? Ты меня с кем-то спутал. Кэт, подтверди. У твоего компьютера. Влад вчера как зашел к себе в кабинет, так из него не выходил. Вот он очень много работает. Да, я такой. Ты же высматривал мои идеи. Опа. Марта только что обвинила меня в воровстве. Это очень серьезно. Я не Марта, а Майя. Ясно. Войны хотите. Боже упаси. Кэт, мы же хотим быть верными друзьями. Конечно. Как три поросенка. Чук, гек и Майя. Да вы просто бесчестные. Так нельзя. А ты думала, что мы с тобой друзьями будем, да? Если друг оказался вдруг... Хватит поясничать. Лучше скажи, что делаю у моего компьютера. Влажную уборку. Гляжу пылище. Ну, дай, думаю, приберусь. Не ври. Молодец. А я вот верю, Владу. Вот верю. Эти глаза не могут врать. Если вдруг... Эти глаза не могут врать. Ой, не знаю, о чем ты, но весы точно не врут. Не буду говорить, что они мне показали. Ой, в общем, сегодня идем в спортзал. Поняла? Зачем? Как зачем? Чтобы вставать на весы, как на подиум, а не как на эшафот. Так, все. Давай, решено и... смотри, не передумай. Так, это я взяла. А вот возьму... и пойду. Ну что, спортивная моя, вперед. Лен! Май, сейчас, подожди. Зал. Зачем пришли? С подружкой. И немного похудеть, наверное. Я говорю, времени у нас все меньше и меньше, поэтому основные идеи по KK Sports мы должны сегодня увидеть и постараться их принять. По традиции предоставим слово нашим хедлайнерам. Спасибо. Спасибо. Сначала я предлагаю ознакомиться с теоретической частью нашего проекта. Давайте ответим на вопрос. Что нужно женщине сегодня? Что мотивирует ее? Какой должен быть призыв, чтобы женщина стала заниматься спортом? Ты сможешь. Я считаю, мы считаем, что сегодня его можно использовать. Сегодня он актуален как никогда. Так, мы это видим. Замечательно. Мне нравится. Я думаю, что это можно принять за основной вариант. О, какие мы грустные. Ну, с небольшими доработками, конечно. Есть еще идеи? Уже нет. А что так? Ты ко мне прибегала, хотела что-то показать. Покажи. Мы не будем смеяться, не бойся. Но ты же должна учиться. А кто тебе поможет, если не мы? Ну, когда-нибудь лет там через 5-10 ты сможешь показать что-нибудь стоящее.
Ну что, да, есть менее слабонервные среди нас? Считаешь, что из-за этого надо реветь? А сам как думаешь? Меня как будто облили чем-то гадким, вонючим. Что-то я думаю. Что за запах такой? Слушай, давай хоть сейчас без подколов, хорошо? Вот, видишь? Этот артист зарабатывает на жизнь тем, что играет на неожиданности. Многие прохожие даже не догадываются, что это живой человек. Так и с тобой. Все знают, что ты очень талантлива. Но никто не ожидает от тебя решительных действий. Надо воспользоваться этим. Удиви ее. В конце концов, пора уже и деньги зарабатывать. Да я не справлюсь. Справишься. Ты же можешь участвовать не от агентства, а как частное лицо. Как частное не получится. Так, хорошо. Тогда ты должна пристроиться к своим, выступить сразу за ними. Ты показываешь, все аплодируют, тебя прощают, а победители не судят. Чтобы участвовать в тендере на том уровне, я должна наглядно представить свой проект. И какие проблемы? Проблемы? Да никаких проблем. Я должна не только придумать свою концепцию, но и показать ее. А это стилисты, дизайнеры, копирайтеры, куча времени. И куча денег. Вот именно. Мать, меня осенило. Мы будем ходить по метро, я буду играть, и ты будешь петь. Уважаемые дамы и господа, пассажиры и пассажирочки, сейчас моя слепая сестренка споет вам жалостливую песню. Давай! Да не хочу я ничего петь! Какой же я идиот! О! Не старайся, они все равно не настоящие. Почему ты мне сразу не сказал? Ты смешно прыгаешь. Меня это отвлекает от грустных мыслей. Идиот. Да я просто уверен, что ты достанешь эти дурацкие деньги. Спасибо. Да не за что. Случилось, что ты сидишь со мной в одной ванне. А ты мне не мешаешь. Зато ты мне мешаешь. Я ухожу. Ну, давай. Нет, это ты должен уйти. Ну, я еще не помылся. Уходи немедленно. Стой! Я закрою глаза, потом ты уйдешь. И не смей так больше делать. А это и не я. Это все из-за твоего подсознательного желания оказаться в душе с красивым парнем. Что за бред? Как тебе вообще такое могло прийти в голову? Ну, хотя бы признайся, что тебе понравилось. Я так и думал. С чем йогурт? Я тоже рад тебя видеть, но не ору, как и потерпевший. Знаешь, как ты меня напугал? У меня чуть сердце не остановилось. А ну у тебя сейчас остановится. Ты проспала, подруга. Ладно, я пошутил, сегодня суббота. Суббота. Зачем я встала в такую рань? Все нормально. У нас сегодня большие планы на день. Мы идем по магазинам покупать тебе волшебную сбрую. Мне нужно лечиться. И как можно скорее. Младшая группа, подъем! Да не напрягайся ты так. Мы же не взвешиваться идем, а? В общем, нам нужен такой образ, чтобы все, кто тебя увидит, поняли. Перед ними серьезный деловой человек. А может, вот это вот зеленое? В своем ли ты уме, старче? Все должно быть лаконично и строго. Короче, мы ищем черный брючный костюм. Слушай, ну я же не на похороны иду. Именно поэтому мы ищем черный костюм в тонкую белую полоску. Она визуально сделает тебя выше и, надеюсь, стройнее. Меня?
О, привет. Привет. По магазинам ходишь? Угу. Он что, следит за нами? Мы с ребятами собрались в кино сходить. Хочешь вместе с нами? Вместе? Ну да, я тебя с ними познакомлю. Совсем обнаглели, совесть потеряли. Встали на дороге и стоите. Я сейчас, секунду. Ну, так что ты решила? Я думаю, в другой раз. Жаль. Может, я забегу за тобой после работы? Да? Угу. Ну, все, пока. Пока. Не грусти, принцесса. У тебя, кстати, сегодня тоже праздник? Сегодня. А? На крышу? На нашу крышу. С тебя хлеб, с меня зрелище. Влюбленных сердец. Романтика. Да и только. Тебе налить? Я сам. Ну, не хочешь, как хочешь. А кто ты обещал зрелищ? А ты на себя посмотри. Опять за... Ты мог бы остаться навсегда. Это честно. Но так хочется. Ты прав. Я требую невозможного. Спасибо тебе. Это был самый чудесный вечер в моей жизни. Я, пожалуй, пойду. Как же фейерверк? Спокойной ночи. Алло. Да, привет. Я в холле. Давай, жду. Ого! Какие звезды. А я ваша самая жаркая поклонница. Очень приятно. Взаимно. Я готова. Это к чему, интересно, наша принцесса готова? Куда собрались? Собрались обсудить будущий контракт. Майя сказала, что она скоро возглавит проект по Кей Спортс и делает меня лицом мужской линии. Это руководителем какого проекта мы собираемся стать? Я тебе сейчас все объясню. Не надо. Лучше я. Она здесь никто.
И руководителем проекта она не будет никогда, никакого. А вот я в самое ближайшее время собираюсь отбирать претендентов для рекламы модной марки. Буквально недавно приняли все мои предложения по Kiki Sports. Которые ты украла. Наглая ложь. Марат не верит, она обманывает. Спорно. Согласна. И все-таки, кто тут главный? Мы работаем в команде. Правда? Но руководитель я. Я что-то не понял, а в чем прикол? Кафе, кино? Повод. Повод познакомиться с таким красавчиком, как ты. Это неправда. Послушай, меня не интересует правда, мне важен контракт. Ну тогда тебе нужна я. Ты такой же, как все, ты пустышка. Сходим в кино? С удовольствием. А что происходит? Что-то случилось, нет? Случилось! Да ничего не случилось, я смеюсь, видишь? Тихо. Милая моя, даже если у тебя и был сегодня тяжелый день, это не повод срывать на мне зло. Нам же надо еще сегодня работать. Работать? Давай, помоги мне поработать, чтобы мне в следующий раз было легче, когда меня будут втаптывать в грязь. О чем ты? Тебя что интересует мнение этих манекенов? А что ж ты сам для них старался? Томно посмотри и поправь волосы. Ну ты же сама этого хотела, я же тебя предупреждал. Он предупреждал. Да взял бы и дал по морде, как настоящий мужчина. Да никто тебе не поможет. Пока ты не поймешь, что дело все не в красоте или длине ног. Масса красивых, очень красивых девушек, так же одиноки, как и ты. А почему? Спроси меня, почему? Да потому что они тоже ищут свою вторую половинку. Проблема в том, что никто не знает, по какому принципу Бог разделил людей. Все почему-то считают, что на симметричной части. Но что, если некоторых из них он разделил не вдоль, а поперек? А значит, кто-то стал верхней половиной. А я задницей, да? Спасибо. Я хочу сказать то, что каждый ищет того, с кем ему хорошо и уютно. И тогда не важно, какой у тебя цвет волос, рост. Важно совсем другое. Важно, какое место ты занимаешь в жизни этого человека. Принимай себя такой, какая ты есть, и ты увидишь, мир тебе улыбнется. Только что-то криво у меня пока улыбается. Это временно. А зачем мне все это? Зачем мне все эти звезды, эти елки, эта Венеция? Зачем мне ты? Если я все равно одинокая и некрасивая. И ты мне еще советуешь? А тебя нет. Ты глюк. Я тебя придумала. Тебя нет. Ненавижу. Вот убирайся. Обойдусь без твоих дурацких советов. Тоже без советчик нашелся. А ты что смотришь? Радуется она. Вот иди отсюда. Никого не вини,
спаси, сохрани. Извините. Прости меня. Я очень хочу, чтобы ты вернулся. Я скучаю по тебе. Пожалуйста, вернись ко мне. Я тебя очень прошу. Вернись ко мне. Здрасте, тетя Валь. Привет. Что такое? Вчера еще бегал, сегодня заортачился. Слушайте, а может быть бензин кончился? Что, я дура, что ли? Слушай, а я правда дура. Я ж точно забыла подкачать. А ты в технике соображаешь. Да вообще-то не очень. Молодец. Знакомые, любимые звуки. Хочешь прокачать? Нет, что вы. Не любишь мотороллер? А? Мерседесы любишь? Джипы, автобусы, троллейбусы, метро. Майка, голубцы, любишь? Готовить или есть? Есть, конечно. У меня тут юбилей намечается. А удобно? Конечно, удобно. Пока. Да открывай шампанское. Ты умеешь? Конечно. Угу. А вот уже голубцы. Они готовы с пылу жару. Ух ты, молодец. Умеешь. Ага. Ну, тетя Валь, за вас. Спасибо. До дна. Да. Ой, что такое? Я же забыла совсем. Это вам. Ой, Маечка, ты что, зачем? Какой красивый. Я же вот... Это ж такие деньги, Май. Да и что вы, вот от всего сердца, тетя Валь, вам. Спасибо. О, какой красивый. Теперь я буду как Гагарин. Ну, рассказывай, как день провела. Да как-то не очень. Хотела всем доказать, что могу что-то. Даже денег не смогла собрать. Да? А для чего? Да на презентацию. Ну, и много надо? 5000. Рублей? Если бы, тетя Валь, долларов. Долларов? Конечно. Ой, извини. А, смотри, какая красивая, да? Мама, поздравляем тебя с днем рождения. Какая прелесть. Смотри, дочь с зятем. А в прошлом году они сами сюда приезжали. А знаешь что, я тебе дам эти деньги. Какие деньги? 5000? Да. Знаешь, я их копила на машину. Мечта была такая, поехать на море. Знаешь, чтобы вот машина, дорога, я, мой. А тебе эти деньги помогут? Тетя Валь, спасибо большое. За тебя. За вас. В тот момент самым важным стало не то, что тетя Валя дала мне необходимые деньги, а то, что она поверила в меня. Я не могла подвести ее и должна была доказать, что способна на большее, способна бороться до конца. Идея пришла неожиданно.
Она была настолько простой и понятной, что сначала я даже удивилась. Ответ лежал на поверхности. Теперь дело оставалось за малым. Воплотить мою новую концепцию в жизнь. Привет. О, Маечка, это ты, боже мой. Ты прям как Дженнифер Лопес. С такой же папой? Нет, такая же красивая. Спасибо. А я решила в тендере участвовать. Врешь? Ну ты молодец. А успеешь? Сейчас допью и пойду. Презентация будет не здесь. А где? Тебе не сказали? Нет. В офисе Кейки Спортс в 10. В 10? Только я это с... Стой! На удачу. Спасибо. Стой! Что? Нет. Ты как? Николь Кидман. Спасибо. Сдавали. Хуже. Мчалась, как угорелая. Хотите, можем вместе бегать по утрам? М? Что с вами? Спрячьте мне, пожалуйста, это очень важно. Теперь в прятки будем играть. Конспирация. Ага. Видите тех троих? И что в них страшно? Это моя директриса. Я решила участвовать в тендере, она запрещает. Ну и что? Просто верьте в себя. Мне это уже говорил один хороший человек. Удачи вам. Спасибо. Наше видение образа Кей-Кей строится на том, как потребитель спортивной одежды расставляет жизненные приоритеты. Я требую объяснений. Знаете, меня вдруг осенило. Я поняла, что действительно нужно для Кей-Кей и решила участвовать в этом тендере. Что значит ты решила? Ты кто такая, чтобы принимать решение? Ты знаешь, что такое для нас этот клиент? Ты знаешь, что он значит для нас, а? Да. Если всякая тупая курица будет предлагать свои придурочные решения, что будет с нашим имиджем, ты подумала? Вы знаете, я подготовила макеты. Вам обязательно понравится? Не нравится, не нравится, ясно? Я не люблю, когда кто-то пытается что-то делать через мою голову. Я этого очень не люблю. Я думала, что вам... важен этот клиент. И я уверена, что им нужен новый имидж. А я думаю, что тебе нужно подумать о новой работе. Победители не судят. Да, ты, наверное, права. Откройте! We'll be right back.
спортивная. Вперед. Господи, пожалуйста, пусть у меня все получится. Пусть у меня все получится. Если что-то и получится из тебя, так это огромная лепешка на асфальте. Ты... Вышло воздухом подышать? Я согласен, здесь как-то посвежее, что ли? Помоги мне, пожалуйста. О, мы даже умеем пользоваться волшебными словами? Ладно, но если я тебе помогу, то ты 3 раза бежишь вокруг дома, голая. Какой же ты все-таки дурак. Это значит да? Это значит нет. Опять ты меня уговорила. Ладно, закрой глаза и представь, что ты пачка. Ментоловая? Прилипчивая. Приклейся к стене всем телом. И иди на меня. Так, молодец. Только не Буратино, а жвачка. Какой дурак придумал мне нарядить в этот костюм. Эй, поосторожней. Здесь, между прочим, скользко. Нет бы надеть спортивный костюм. И удобно. И сразу видно, кого представляешь. Кстати, в туфлях на этом карнизе ты смотрелась бы намного эротичнее. Предполагаемая кривая продаж отображена здесь. И строится рекламная кампания на работе в фитнес-клубах. Ну что, большая лепешка, тебе опять повезло? Вставай, это всего лишь козырек. Знаешь, я чувствую себя полной дурой. Мне так стыдно. Слушай, давай тебе сопли потом. А то защита проектов пройдет без тебя, а ты же этого не хочешь. Пожарный выход там. Знаешь, я думала, что больше никогда тебя не увижу. Ты решила вернуться? Я тебе уже не нужен. Самое главное, ты поверила в себя и перестала бояться. Теперь я за тебя спокоен. Я горжусь тобой. Я тоже. В смысле, не собой, а тобой. Удачи. Иди, тебе пора. Представляешь, я ведь даже не знаю, как тебя зовут. А у каждого человека должно быть имя, которым можно гордиться. Меня зовут Майя, как весна. Пафнути. Какой же ты все-таки дурак. У тебя все получится. Встань на час пораньше, улыбнись своему отражению в зеркале, надень модную спортивную одежду и проведи этот час в спорте. Для того, чтобы быть привлекательной, нужно просто поверить в себя и сделать первый шаг. Кей-Кей видит женщину именно такой, уверенной в себе, грациозной и энергичной. Не бойся, сделай первый шаг, измени себя, и мир вокруг тебя изменится. Дамы и господа, на этом все. Именно так мы видим новый образ вашего товара. Ну что ж, интересно. Свежо. Но, насколько нам известно, это не все предложения. Вами разработан еще ряд идей? Нет, у нас все. Может, у кого-то еще есть мысли? У меня. Я бы хотела показать свою концепцию. Вы видели в спортклубах полных женщин? А в фитнес-центрах? Их там очень и очень мало. А почему? Потому что они стесняются своей внешности. Кей-Кей Спортс необходимо дать надежду полным и неуверенным в себе людям. Нужно обратиться, простите, к толстякам. Неожиданно. Да уж. А если из-за этого мы потеряем остальных потребителей? Если даже треть этого сегмента заинтересуется... Вы правильно сказали, если. Если мы скажем им, смотрите, мы и вас любим, мы о вас заботимся. Вы ничем не отличаетесь от других, просто ваша душа больше. Спасибо. Спасибо. Всем большое спасибо. Как только совет директоров примет решение, мы вам сообщим. Поздравляю. Спасибо. Умница.
Блестящее выступление. Я вообще на самом деле чуть не оглохла, когда ей аплодировали. Да и цветами могли закидать до смерти, да? Не надо завидовать. Я уверена, что мои выводы правильные. Им нужно только время для размышления. Оно у тебя будет. Да? Да. Ты уволена. Размышляй дальше. Давай. Кстати, тендер выиграли Влад и Кэт. Меня победили мои же идеи. Может, поэтому мне было не так обидно? А чем вы занимались до этого? А у вас есть рекомендации? Оставьте свои координаты. Спасибо, что пришли. Мы вам перезвоним. Давно поехали? Может, и не стоит в этот холод ей мешать. Она представила, как вниз летит с моста, как над ней склонились скорой помощи врачи, и решили непременно положить доска. У нее на реке больше тысячи причин. Девочка, которая хотела счастья. Девочка, которая вам необходимо прийти в бухгалтерию, получить окончательный расчет. Все плохое осталось в прошлом. Как только я перестала бояться проблем, они тут же про меня забыли. Верили я в счастье? Да. Надеюсь ли встретить любовь? Конечно. Извините. Я ведь оптимистка. Извините. Здравствуйте. Помните меня? Я фея. Фей! Миленький, где же ты был? Я тебя так ждала! Обедал. Вы не поняли, я фей Роман Николаевич, вице-президент Кей-Кей. Извините, пожалуйста. Ничего, не извиняйтесь, мне было приятно. Практически так же, как слушать ваше выступление. Издеваетесь? Нет, не издеваюсь. Мне действительно очень понравились ваши идеи и ваши расчеты. А я, знаете ли, очень жадный до денег. Вы не просто очень обаятельны, но еще и талантливы. Спасибо. Это не пустые слова. Мы решили вложить небольшую часть бюджета в разработку вашей идеи. Так сказать, закинем пробный шар, пока это не сделали конкуренты. Позвоните мне. Зачем? Поговорим. Про ваш контракт, например. Но я же... Обещайте, что позвоните. Ладно. Я вам позвоню. Обязательно позвоню. Эй, Роман Николаевич, я так ждала. Столько разных, не похожих на тебя прохожих, не похожих в городе моем. Перекрестки,
еще раз не делай? Здесь смотри, она мне инстинкт чистый, я орать буду. Знаешь что? Май, я не возьму. Часовые ушли на пару.